поставь их прямо возле ног. Там большой радиус, ой, небольшой радиус действия. Вот, вот так, только там поменяй синюю. Что такое, блядь? Все, вот так вот. Там ничего сложного. Так, что, поехали? Скорее, ты тут сейчас, я бегу на ту сторону. Так, кто куда, скажите сразу. Давайте, хорошо, смотрите, давайте так. Дюрекс, Дюрекс направо и Авердос направо, Хила и Ханкуль налево. Короче, я перепрыгиваю и сразу ловлю босса, правильно? Да, да, ты перепрыгиваешь, ты сразу встаешь в его фрейм. Окей. И СС дай. Сейчас. СС пусть по Эрдру дают. Эрдру, если что, поднимет сову, а сова поднимет уже всех остальных. Так, Пукич. Пукич. Ну, там главное Берри еще давать на перефазе, когда он там... Нет, нет, не на перефазе, просто если, друиды, запомните, если вы даете БР, вы выходите в звезду, БРите, вы уходите к своей метке, а человек, которого БРнули, остается ждать дебаф. Как только будет смена позиции, на тебя повесится дебаф, то есть ты просто встанешь в свою метку, если ты подойдешь, тебя убьет. Понятно. Все готовы, okay, ребят? Все, поехали, Скай. Ребята, только перепрыгните все, пожалуйста. Что сделать? У кого перепрыгнуть? Если у кого-то есть инженерские ботинки, там лучше это юзайте. Сразу говорю, кто не допрыгнул, если кто-то не допрыгнул, забегайте заново, но когда в рейд не встаете, встаете в звезду, ждете дебафа. Плюс-минус также, смотрите, указывается, где премиум, випка, знак орды, вот там смотрите. Если у вас есть какие-то аддоны, которые вам загораживают, то уберите. Приготовьтесь, там где-то стоп, но где-то примерно на процентах 10 милики отстают. Милики на 10% отстают. Еще догоним. Что, дамажить или как? Не, не, сейчас, сейчас. Все. Давай, все, пускай, дамажь, дамажь, дамажь. Все, бегите, кто не, кто бегите, 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 заново прыгайте. Минус два хила. Я похилю. Полярность, полярность, парни. Это Шумский, да падай, это все бессмысленно, с половиной РДД полегло там. Все, садитесь просто, садитесь все вместе, и все. Садитесь вместе, полярность убьет, садитесь вместе. Мы прыгать не умеем. Не умеем прыгать просто, все. А вставать? Скорее, дай кому-нибудь диван, если ты там можешь, если у тебя есть метка, да. А, там уже нет никого. А вон кто бежит с тобой. Если я тут СС юзану, то на меня не сагрится? Сагрится. Половина не долетела, я так понял, да? Там пару человек. Да.
6 человек улетело. У меня 4 человека, он пишет. О, я живой. Так, вставать или нет? Да, вставайте, бегите. Ну, те, кто на платформе, те вставайте. Меня 2 раза подряд убило электрическим полем. Что это за фигня? Электрическим полем? Да. Ну, это не соблюдение полярности. Это значит, кто-то не... Да, это кто-то полярность не соблюдал. Но вначале ж не было еще полярности. Я, получается, прибежал. Меня раз... Да. Потом меня, ну, БРнули, я встал, и меня опять. Мне 2 раза по 35 тысяч прилетело. Не знаю, босс сразу на мне был. Блять, я же объяснил вам. Смотрите, когда вас БРят, вы встаете в звезду, ждете дебафы. Если... вас в начале боя, то есть до дебафа вас ёбнуло, вы стоите слишком близко к боссу, стоите подальше. То есть стоит в боссе только танк, поэтому, может, я и убил. Бесполярный, он делает там косты. Ребят, смотрите, как работает БР. Сова, либо Эрдру, либо я на медведе. Мы сначала выходим в звезду, даем БР, а потом только возвращаемся в свою полярность. Когда вас БРнули, вы стоите и ждете свою полярность. Когда на вас скинется дебаф, вы смотрите, минус значит в минус, плюс значит в плюс. Бэрить, если вы стоите в минусе, и бэрить не нужно. А не проще сделать так? То есть вы бэрите, и он принимает ваш арест, только когда полярность подходит каст к концу? А на нем, нет, на нем не будет этого бафа. Так он под конец каста полярности реснется и типа на него сразу можно, бэрится. Можно не успеть, можно запинговать или еще что-то. Проще к друиду выйти... звезду бэрнуть, правильно, и чтобы человек уже ждал свою полярность. Вот и все. Не надо изобретать велосипед. Тем более у нас всего лишь 3 бэра. Это Никита, я и Эрдру. Все. Ничего ж сложного. Вышли в звезду, бэрнули, все. Стоите в этом и ждете. Но мы до нуля до 12 ночи по МСК или как? Ванту, убери аспект. Нет, до 10, почему до 12? Не, тут спрашивают, я что по серверу, я не понимаю, просто мы до нуля успеем. По серверу, по московскому времени до 10, и то, может быть, и раньше разойдетесь. Смотрите, кому-то уходить надо или что такое? Сейчас убиваем Тадиуса, еще 37 минут до конца разрола. Убиваем Тадиуса и ролим, ну, будем ролить. Да, давайте, Тадиус простой босс. Все босса в фокусе держат, у босса над головой появляется полосочка, сдвиг полярности кастует. У вас в голове сразу появляется мысль, ага, надо посмотреть там, где у меня випка и премиум, такие квадратики. И посмотреть, что же там появится. Если синенькая, то в синенькую отбежать, если красненькая, то в красненькую. Это прямо уже гайд для 12 IQ. Да, вот. Ребят, еще проще, когда полярность, у него молнии появляются в руках. И все, это еще проще. Да. Перед полярностью, я же говорю, на смену полярности у вас 5 секунд, чтобы перебежать. Этого более чем достаточно. Давайте, сходитесь. Я, три, Пухлич, уйдите, пожалуйста, с рыбы. Кто там рыбу поставил? Кресты, дайте это. Ребят. Давайте баф, ребят. Стойте, у нас шамана нет. Чака, поставь шкаф, пожалуйста. Трик. Так же само расходимся по сторонам. Да. Сумма антитрига. Сейчас еще раз баф прокрутим. Прокрутите еще раз баф. Трик, вот этот рыба стоит вот в печенье. Лапку дайте мне. Надо ли. Мердова. Ребят, все точно так же. Скай направо, я налево. Хилы точно так.
Магенту, дайте его. Ждем сову. Так, ждем сову ханта. Все. Так, нет, Дюрекс. Кого нет, РЧ? Все, все тут, ребят. Все, давай, Скай, начинаем. АМК не раскидали. РДД, кто там помнит, как я говорил, раскиньте МК. РДД все с одной стороны стоят. Кинчи с друг друга. Так, вроде ровно идем. Ребят, встаньте, просто вот, допустим, сейчас как станем. Останьте чуть-чуть, да. 2 секунды. Отойдите просто, когда спрыгнем ближе к бортику от звезды, ближе к краю. Динатри, беги, беги, Динатри, беги. Приготовились. Кто близко стоит, либо в плюсах минус стоит, ребят. Полярность сейчас смена. Не подходи, жди полярность. Опять поменялось, давайте. Ребята, не надо кругами никаким бегать. Через босса прибежали и все. Берн, Титяку. В звезду, друид, выйди и Берн. Титяка, жди полярность. Смена через 3 секунды. Приготовились. Смотрим. Альманах, не надо кругами бегать, пожалуйста. Просто перебеги через босса. Ты так ваншотишь всех. Все, просто при смене перебегайте под боссом. Полярность, смотрим. Мути-мути, то же самое. Шаман, хуналь, блядь, парни, парни. Через босса, ребята. Просто... Давайте через босса, все, вот панацея игры, давайте через босса, все. Смена... В звезду выходим только ресет, в звезду выходим только ресет, все. Так пробегаем под боссом, просто меняемся, и все. 5 секунд с головой. Секунда, приготовились. Все, вот так, молодцы. Давайте. Все, встали, бьем дальше. Может, Геру? Тут же нету никакой у него фазы. Давай. Давайте, Геру.
10 секунд до смены. Если что, маны еще пока мест нету. Приготовились. Побежал кто-то раньше. Есть бояр еще у кого-нибудь? У меня КД. Ну, у меня на Эрдру есть. Есть. Друид, выйди, выйди, друид. Фу, шаман. Ну, блядь, ну куда ты, блядь? Бояр будет тяпу. Смена. Тяка, жди дебаф. Ну куда ты подошел к боссу? Да я думал, не даст. Ладно, понял, сори. Смена через 2 секунды. Приготовились. Ой, это я, извините. Рано побежал. Жизни слишком много, 5 так. Приготовились, через 3 секунды будет кастовать. Смотрим. Есть там гимн или тотем, что-то в этом роде? Сейчас, секунду, сейчас будет смена через 5 секунд. Дюркс и Аверон. Как смена пойдет, гимн и это. После смены, после смены. Смена пошла, смотрим. Давайте гимн на хп, это там все хорошо. Ой, шаман гимн уже дал, блядь. Потому что сказали после смены. Все, бейте, 40%, бейте. Через 5 секунд смена. Приготовились. Десять секунд до смены. А что там по берсе? Тут нету берсы. Есть, 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 есть берса. Приготовились. Смотрим. Так. 6 минут у него берса с активацией босса. Через 9 секунд смена. Да берса уже. А, я понял. Да, ваншот. Так, и что там хп у него? И сколько упало? 29% еще. И упало людей до хера, да? Человек 5-6. Ну, сейчас смотри, разраливай все, что есть, и еще раз пробуйте. Давайте заходим. Теперь в этот раз, кто умирает от того, что он не с тем дебафом стоит не в той метке, получает ГП. Ого. А как мы сейчас сдохли? Просто берса включилась у босса, нам дэмэджа не хватило. А, ну потому что типа вначале умерла... Да, 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 нам не хватило просто дэмэджа и все. Понятно, пиздец, ну как так тяжело нахуй стать плюс нахуй, блять, в этот ебаный квадратик, блять, и все. Давайте, сейчас спокойно разрольте, подойдите, бафнитесь к боссу. И еще раз, только чтобы никто не сдох, вообще никто. И тогда вы его задамажите. Угу, согласен. Леша, конкуль, что значит перекатить? Типа в другую комнату или что? Или...
Альманах еще почему-то слишком близко к боссу стоит. Ребят, стойте на максимальном фрейме. Вместе, в одной точке. Вам, блядь, отметки поставили для чего? Стойте в метке и все. Милики там достают. РДД там спокойно. Ханты чуть-чуть подальше просто отходят, потому что, чтобы им стрелять удобнее было, и все. А, кстати, Альманах что делает третьим танком? Просто так висит, да? Я бы просто не сказал, что на успеха. Не успеха нету. Это самое, Альманах, он же вытанчит, что у него там по ХП? Вытанчит этого Фойгена, вот этих петухов? 30 плюс. 33, по-моему. Так, а что там, хилы... Кто может в этого... 25 у Альманаха. Я в хила могу идти. Вот смотри, если ты пойдешь, останется с этот протопал, да. с ДКшником. Да. А пойдет в этого, в ДД, знаешь кто, Дюрикс может пойти, если ты вместо него похуяришь, похилишь. Ну, можно так. Ну, Скай тоже, Скай же может в соло его потанчить, поэтому нет проблем. Тадди уже ж в одного танчится. А, ну, типа, да, я понял о чем-то, я понял. Ну, типа, можем и так сделать, я могу в Эрдру уйти, а они потанчат просто этих двух, и все, и Скай потанчит Тадиуса. Хотя я что-то не могу ума приложить, а нахуя? Ну, хотя, да, два танка будет, да, не три. Ну, типа, Дюрекс уйдет в РДД, и я в хила уйду. Ну, больше ДПС выиграем. Можно еще одного колонца, любого хила будет. Так, тут хилить, в принципе, ничего не надо. Ну и это, смотрите, полтинник, значит, на кону. Полтинник — это цена Т7. Сейчас это разраливайте, сколько там времени уже мало, пока разролишь, все. Еще 23 минуты. Ты хочешь трай еще дать? Не, давай разролим, давай разролим. Разрольте. Может, что кто приедет. Слышишь, шум? Да. Пускай там он на вердос спекнется в шопа. Пусть спекается. И дюрок с полему. Три хила мы спокойно захилим. Давай. Ну, смотрите, если захилите, вообще хорошо по ДПСу будет. Если все будут хорошо бегать, тогда вы спокойно захилите. Главное бегать. Есть под хилпот. Или я выжил. Все, этот Шумский, все кроме 200, кроме Т7 кусков и кроме триньки вот этой на РДД. Хотя нет, триньку разроль, а куски оставь. Так, куски я оставляю, ролю триньку и весь остальной шмот, правильно? Да, всю эту парашу, 213-ю паролу, там половина мусора. И этот, кто он, триньку, ну там посмотрим сейчас по ИП, кто там. Хорошо. Всем привет, народ, насовал. Это тринька, машинка на триньку. Так, там на магов. Да. Давайте рольте тринку. Или подожди, стоп, ты сказал не ролить тринку или этот? Не, вроде ролим. Разроль. Давайте ролим тринку, маги. Маги РДД. Так, что там? Совом заебись идут. Все, больше никому не надо, у нас только 5. Но в спик тут нельзя, да? Нет, мейн идет сначала, потом в спике. Так, Мегалодон. Мегалодон. Не Мегалодон забрал. Так, не он. Кто там? Там Нюлси. Подожди, Нюлси сколько? Но Нюлси у него 191-й. Нет, Нюлси не надо. Потом Нюлси заберет. Так, значит, Сони. Мегалодон. Значит, Мегалодон забирает, у него 53. Не, подожди, у него 120 ИП, у Скофилда 180. Скофилд там вклад делал. Так, ну и этому... Скофилду, короче, закидывайте. Так, она по ЭП идет или как? Да, 50 ГП. Соникс в другой раз, да и ИП там меньше. А чё там за тренька? С меткостью, что ли? Да, меткость СПД. А, тогда да, тогда согласен. Просто остальные треньки на РДД там говно. Ну, я помню. Так. Давайте дальше. Латы на танка. Защита, уклонение, мастерство. Ну, это... Тебе надо, Скай? Да, кому нужнее, да. С
Скай, ты тут? Слышно меня? Да. Да, давай, ДК. Альманах. Давайте трейд, ребят, чтобы я долго вас не бегал. Альманах, ты где? Ткань, ребят. Это на хила больше, наверное, идет. Это типа бис на тебя, не кипот? А, думал, норочи. Всяко, давай трейд. А можно мне? А то у меня трейд, сильнее. Трейд, вот, давай. Где ты там? Квадрат. А как вы голосуете? Да, что нулся? А, вон, вы через ролл. Что нулся, да, давай, говори. Через... А, я понял, типа... Ну, погоди, это разве не по ноже были? Да, это были по ноже. Нет, это мне тогда не надо. Я думал, это типа бутиночка. Да, что я сделаю? Ну, я же линканул. Да давай, я прочитал ноги. Хило, давай трейд, все, хило, давай трейд. Потому что это, наверное, надолго будет. Ты только что сказал, у тебя синие по ноже, вот ты только что сказал. А сейчас ты говоришь, что тебе не надо. Ступни, я просто путаю слова. Есть фаер маги? Этот. Скай. Давай, Скай, трейд. Так. Роги, коты, мути-мути трейд, Паша трейд. На Эршаму кольчуга. А, стоп. Прошу прощения, не рольте. Подождите, у нас Ханкуль отлетел. Он там, у него что-то с компьютером. Сейчас, извините, парни, сори. Давайте. Да. Вот такой кинжал на рогу. Мастер, Паша, давай трейд. А, стоп, Аликс, где Аликс вообще? О, все, давай, трейд. Ему не нужно было наручить. Пожалуйста, не спите, ребят. Сейчас, ну, что потом не говорили. Шерел плохой? Это ужасный. Жезл, ребят. Меткость, это РДД, маги. Маги, ШП. Все, Ярик, трейд. Ярик, трейд. Так, дальше. Ну, такие наручи. Это на сову, я так понимаю. На ДЦ приста, хорошие. А это кожа. А, блядь, проебал. Давай. Хилла, тебе не надо? Ну это ж сначала на мейн ролит, а потом на оф. Я ж не ролю пока. Так как бы ты эрдро, если чё.
Могу выкинуть, он выкинул. Это, ну, ты рано выкинул. Башка, ну, башку можете забирать, мне не надо. Если кому надо, я отдам. Давай, трейд менялся. Кому это, этому? Шумский, да? Да, Нилси, трейд. А. Где вообще можно ПВЕ башку, кроме каких-то купить ее можно где-нибудь? Плечи, ребят. На, ну я не знаю, на кого они. На хила или нет. Хотя нет. Тканевые плечи, ребят. Можешь выкинуть их нахуй. Я заберу. Давайте, кому? Вообще ДЦ огонь. Хил, у тебя 213, они тебе не нужны. Так, а тут крит, сила заклинания, на этого возьму. Они дальше. Тебе не нужны. Ребята, дальше. Что, никому перчатки не надо или что? Мне. Все? Больше никому? Все. Оставлю ему. Давай, Золдан, трейд. Одеты. Вот, встаю. Кубик шумский. Вот. Ты 7, роль. 5 на сову или на кого? О, это я. Сова, это я. Кожа. Это я за ролю. Тебе надо, Никита? Ниже хила трейд. О, она БОЕ, кстати. Ой, было. Бля. Давай обратно хила. Давай, кому шутим. Отдать, скажи. На шум. Может, давай, пускай оставит. У него ладно, все, хорошо. Все. Ну, так. Ну, если один, то пусть вообще. Так. Проверяйте, чтобы одел. Поехали. На Аршаму. Леша, Ханкуль, ты тут? Тут. Давай, роль. Хотя надо такие ботинки. Леш, не надо ботинки? Ханкуль. Подходи ко мне к Чумскому, я дам. А, он вылетел, хорошо. Поставь пока этот шкаф, Бодя, присумоньте к Ханкуле. Ткани, ребята, ноги, эти штаны. Ярик, тебе не надо? Давай, трейд. А зачем ролить, если не надо? Вот вопрос такой. Танки. Защита, парирование, уклонение. Sky trade. Так. Рольте Ршаму. Дюрекс и этот Ханкуль. Дюрекс. Не, я не буду, они не нужны. Засумонили его? Да, засумонили. Так.
Ты мне, конечно, не улся через этот орг придумал. Кольцо, я не знаю, это на ШП? На кого оно идет? На ДЦ оно идет. Хило, тебе разве на Эрдру такое надо, кольцо? Я взял бы. Ну, тебе со скоростью. Что ДЦ? Давай, трейд. Манускрипт на Хэпала, Свет с небес. Не надо. Дальше давай. А Тедис тебе не надо? Хэпала его не носит. На танка. Ой, бля. Вообще не щадишь меня. А давай вон Владимир. От Эдис, давай трейд. Шлем. Хэпал. От Эдис, давай. Все, от Эдис, давай трейд. А, Слава, ты тут, Войд? Смотри, там еще по час 15 на Т7 куски. Вот, значит, Тадиуса сейчас трай. Значит, кто падает, полтинник ГП, это вам считает Т7 ваша упала. Еще раз, ребят. Хэпалы или это паладины, которые будут делать тебе на офспек. Надо кому-то, посмотрите, вон две шмотки. Манускрипт вам. Все. На. Забирай. Слава, вопрос, а если кто-то придет и положит, я упаду, и что мне, минус 50 ГП? По рекаунту посмотрим, кто положил. Что, бафаемся? Бафаемся, давайте. А, стоп. Дюрекс, давай в Элема, я в Эрдру. Я в Эрдру. Так. Аверлон, ШП. Поставьте руку. А вот. В печенье. И, пожалуйста, выпейте все фласки, чтобы опять не было берсы. Скай направо, альманах налево. На Тадиусе будет стоять Скай. В принципе, все. Так, налево у нас кто пошел? Ханкуль? Кто еще? Есть там еще один хил с Ханкулем? А, все, Ердру и туда пошел. Все, отлично. Я, значит, иду направо. Так, ждем всех остальных. Я дам сейчас. Так, ждем Панацею, ждем Никиту. Три трейда, по-моему, просто без фласок. Не хотите берсы? Может. Шамик, ты распределил хилов, кто куда бежит? Что еще раз? Хилов распределил, кто куда бежит? Да. Стоп. А Вердос у нас в ШП ушел, да? Все, Панацея, значит, ты со мной. Панацея со мной. Можешь запястье на СПД чарнуть? Давай после Тадиуса, хорошо? Ок. Все. Там один шаман у нас останется, да? Там Эрдру с той стороны, там Хила с той стороны. Все, поехали. Все, погнали, давайте. Там Хила и Ханкуль, а тут и я.
МК сами дайте. Бегите. Скорее в босса встань. В босса, скай, вставь в босса зайди, зайди в босса, скай. Приготовились. Скай, ты с боссом крутишься, если у тебя плюс, плюс, если минус, минус. Люди, которые не допрыгнули, в звезду сначала встаем, ждем своего дебафа. Близко не подходим. Ждем, сейчас будет смена. Альманах, отойди. Хила Берни, Соникса, в звезду выйди. Соникс, не подходишь, это босс, ждешь дебаф. Полярный сейчас будет сдвиг. Ну, ты боярнишь, нет? Так, я Эликса вернул. Эликс, отойди, отойди, ты ебат. Что в смысле, он же сдох. Откуда отойти? Я везде стою. А чего я сдох? Полярная же не сменилась. А, она изменилась после того, как я сдох. Сова, выйди за звезду. КБР, не, пожалуйста, холипал. За звезду, да. Чуть дальше, прямо на платформу. Ага. Понимаете, если вы в звезде становитесь, смотрите. Убираете все равно. Ну, типа, кобуре с этим. Ну вот, чуть дальше надо становиться. Где-то там. Хотя бы. Типа, толку от того, что меня резнули. Потратили, я сдох. А, нахер тогда вообще звезду поставили метку? Чуть-чуть метка криво стоит, парни, просто и все. Ну, гораздо лучше. Смена. Да просто под боссом перебегайте, и все, когда смена. Дайте ее. Заебись. Сейчас должна БР хватить. ДПС, в смысле. Смотрим.
Смена. Хватит ли тут ДПС или нет? Сколько у него ДПС? Никита, дай Иннер в панацею. Меня КД. Мужа себе на манде. Берса. Бегите. Всем пизда. Три трейда без флага. А чё всех так положил вообще? Могу тебя скинуть приколюху, как меня положило. А, можно один вопрос? Короче, когда меняется полярность, на тебе, допустим, знак минус. Надо уже бежать или надо подождать, пока он ровно на плюс поменяешь, тогда бежать? Когда поменяется именно. Он тебя может остаться таким же. Да, если побежишь, ты убьешь. Ты стоишь и смотришь. Если у тебя плюс остался, ты стоишь в плюсах. Если плюс поменялся на минус, вот только когда он поменялся, у тебя есть 5 секунд перебежать. Вроде так и делал. У тебя ДБМ. Один вопрос, пацаны. Это ДБМ показывает жажда крови, озарение и возрождение? Нет, нет, нет. А как его передвинуть? Это все уже передвинуто. Как мне вот это вот говно передвинуть? Отключи, отключи. Я не знаю, я не помню, что это за аддон. Флэш, флэш ДБМ, пиши в чат. Не найдет, где это. Я ему скажу, где. Настройки. Предупреждение рейда. А нет, подожди, сейчас, секунду. КД заклинаний и умений. Выключи все. Пихом к Тадиусу и всем пьем фласки. Я сейчас буду проверять на какие-то фласки. Выключил? Кажись, да. По идее, больше не должно появляться. Если у тебя есть этот... Вот ты потом, просто пойми. У тебя муфенитинг есть? Муфенитинг нет, нет, кажись, нет. У кого нету фласок, сразу мультиками нажимать и лететь покупать себе фласки. У кого нету фласок. А потом как сюда обратно. Потом мы заходим. А где эти фласки покупать? На аукционе. Сейчас еще окажется, что половина только без фласок была. А так и есть. Так вы удивлены, то, что берса? Блядь, ну пока сейчас все будут покупать еще, блядь, действия. Сейчас не должны покупать, а до рейда. Об этом да я понимаю, что не должны. Во всем. И в итоге люди кто-то тратится, а треть ходит на халяву и лутает вещи почему-то. Вот это непонятно. Понятно.
Ну, это надо прописать, чтобы ГП за это давали, и все. Ну, там же пишет в чат, кто без фласок. Или всем до того, как собирался рейд, Слава всем сказал купить фласки. Что за фласки? No comments. А ты кто? Я? Есть аддон, который молодец. Линкует, сколько без фласок людей там. Я ему сказал. Да, там же в начале будет пишут в чат. Так. Еще раз можно линкать. Нету фласок. Реально, давайте ГП, и проблема очень решится. На проверке, да, линканется? Я сейчас проверю всех просто для всех. Никит, ну что? На СПД? Био 2 минуты. Подождите, а если его не убить за какое-то определенное время, он всех ваншотит, или как это вообще работает? Да, он впадает в берсу и просто всех начинает ваншотить. Охуенно, что сказать. А, можете засунуть? Как раз таки, возможно, если у половины реально нет фласок, то как раз таки этого не хватает. А, не-не-не, стой. Нет. Это сумма. Как выйти из вурдалака? Не заходи в него. Я вот это, ребята, шифтанул. Это те, кто не с правильной полярностью наносит урон по союзникам. Толку тех, кто не будет слабо. Нет, ты учитываешь то, что когда перебегают между собой, тоже наносит урон? Нет, там эффект спадает. Там 5 секунд не наносит урон. 5 секунд. Да, хз, я тогда хз. Тут типа я есть в списке, но я все делал правильно. Я вообще вот только секунда в секунду сразу пробежал. Согласен. Понял, шумский я такой. Я как только начал прибегать, хуй знает. Тогда я не знаю, я типа вот сразу секунда в секунду у меня появляется эта хуйня, я перебегаю. А можно сумонить, пожалуйста? А шкаф, кого? Ник если сразу бы тыкали люди, то был бы и сумон. Зулдан. Сейчас, плюсик в чатик. А, не, плюсик, это звездочка. Вот плюсик. Не, погодите, дайте ж фласку купить. Да это все из апнутого хп. Кого нету? Лудана, Нюлса ждем. Ребят, да, трэш. Смонить, пожалуйста. А, все, спасибо. Что меня ждать? Да. Шарджиста поставлю, починить. Капец, у меня аукционатор не хочет находить эти флаги. Просто пропиши так сразу и все. Это не так по 250 стоит. Я дам 250 голды. Пролистай, там третья, четвертая страница, 50 голды, 60 стоит. 50, 70, вот, 70, вот. С аукционатором я смотрю. Ой, трэш рискнулся. Так и что, мы сейчас заберем это? Вы ее не найдете, там 45 плюс. Мы сейчас еще будем стоять 3 часа. Купите, я на шумском, он вам голдует. Так, голдует. Все, сумоньте, нашел. Сумелся, сумоньте. У кого аддон стоял, который проверяет фласки, ребят?
У Нюсы, по-моему, да. Или у кого? Что, уже пить? Ну да, вот сейчас вот, ну, моним, все. Все тут, все, начинаем бафать, и давайте петь их маски. Рыбу можно? Ну, сейчас на РДД нету, только на мегалодоне и на овердосе. Я там выпью, ты не переживай. Так, а овердос есть тут? Пейте фласки. Ярик, пей фласку. Она действует целый час. Ребят, сейчас выпьем. Все выпили? Нил, сюда еще раз чекни. Не, только овердос не выпил. Не, написано выпил. Все, он выпил, все. Давайте, точно так же. Ханкуль налево, Хилс тоже. А еду ставили? Есть еще у тебя рыба, Ярик? Дайте, Ярик, поставь, пожалуйста, рыбу. МК, ребята, раскидайте сейчас. Нюлси кидает на Никипоца. Соник с Мегалодоном меняются. На мне есть. Кацово, 200 дома. 200. Силы атаки. 200 силы атаки. Сейчас дожидаемся остальных. Все, дожидаемся ваза и начинаем. Ваз тут? Сейчас вас ждем. У нас один АФК. Все, все готовы. Все, поехали. Да. Альманах, ты видел, как я танчил босса? Альманах танчит Тадиуса, я понял. Альманах упал каким-то чудо-образом. Не захилили. Поднимать его? Да, конечно. Я не знаю, такое ощущение, как будто я соло стою хилю. Просто, ну, я нон-стоп нажимаю, нон-стоп, жму. Я понял. Выйдите в диван там, Давай. Да ёпта. Почему нас это трэш нашло там? Я камнем встану. Потому что упала альмана. Ребят, в чем проблема? Вы два раза только что убивали. Я, конечно, знал, что на Тадиусе будет проблема. На Тадиусе нет вообще никаких проблем. Мы умираем два раза, потому что нам не хватает ДПС и все. И он переходит в ДПС. Ну так это что же проблема? У вас, ну, типа, говорите сразу, кто задизморалился и все. Но проблема в том, что ребята падают, кто-то не долетает. Сразу кому, ну, кто в них, сразу говорите, кому что не нравится. Ну, я сразу, ну, я выслушаю вас. На перекур время есть? Да. Идите курить, 4-5 минут, у нас тут танк, курьер приехал, идите. Ярик просит заменить его.